Спасибо, Раф. Непонятно, какая разница между открыть замок ключом или взломать его. Поясните, пожалуйста. Мафтех. Ключ. Ключом невозможно открыть замок. Хотя они и соответствуют один другому. Потому что недостаточно этого желания, когда ты идешь и приводишь в соответствие условиям для того, чтобы достичь Творца. Ты должен быть еще выше этого, выше знания, прорываясь наверх. Это называется, что ты хочешь быть как вор. Даже если не полагается мне, я делаю все для того, чтобы разбить свое сердце, прийти к Творцу, который находится внутри. Вот здесь написано, что ключ — это намерение на Творца, да, то есть слияние с Ним. Да. А взломать — это сломать сердце, эгоизм, да, то есть... Вот можете тут немножко пояснить, как бы, да, то есть какая-то обычная регулярная вещь — это вот наше обычное намерение на Творца, нельзя сказать обычное, но имеется в виду, да. Я тебе скажу, здесь простая вещь. Нам нельзя останавливаться перед любой помехой. Нельзя. Как раз видеть во любой помехе в пути, это исходит от Творца, и Он хочет, чтобы мы устранили эту помеху для того, чтобы прийти к Нему. Вот так. И не бояться взламывать сердце. Разбить сердце — это значит разбить эгоизм, чтобы ничего у него от него не осталось. Все, намерение на Творца — это наш стандарт, а взламывать вот эти вот помехи — это каждый раз вот взламывать свое уже каменное сердце, да? Да-да, свои намерения всевозможные эгоистические. Лишбор — это коля... взломать все эти намерения, наши желания эгоистические.